У Димы, смотрите, три цвета сухариков. Белые, серые и черные. Первый раз такое, да? Здесь у нас вот серые, черные и белые. Да? Кушай. Всем привет! С вами канал Артмания. И мы кушаем супчик. У нас сегодня супчик с разными специями. Он такой ароматный, такой пахнет ароматно. Ждем мы сейчас грузчиков. Должны привезти шкаф в коридор, прихожечку в коридор. Уже час прошел, сказали в течение часа, но никак нету. Решили покушать сесть, да? Время уже второй час доходит. О! Вот такой пустой коридор. Все. Грузчиков. Что-нибудь привезут. Принесут. Тут поставят. Да, а Димочка сидит, кушает. Тут у меня бардак, убираюсь. Все разбираю, шкафы все закладываю. Да? Вот это вроде. Все, вот привезли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 коробок. Правда, надо было спросить. Зеркало. Вскрыли, посмотрели. Говорит, вот, ну, говорит, вроде похоже на зеркало. Аж прям рассмеялась. Говорю, ну да, вроде похоже. Такое чистое, прям белое. Ну, мы его, наверное, сейчас его это перетащим туда в комнату, закрою, чтобы Дима его не снес. Вот. Здесь думали тоже какое-то стекло. Нет, там какие-то эти. Ладно. А, это тумба, что ли? Тумба, да. Здесь вот, наверное... А, да, вон здесь кресло. Его тоже, значит, будут собирать. Я думала, его целиком привезут. Здесь тоже. А, все, пойдем кушать. К супу мне почему-то захотелось прям таких масляных греночек. Поджаристых таких масле прям греночки. Не знаю, прям так сильно что-то мне захотелось их. Решила поджариться. Лень, конечно, делать. Уже суп почти... Вон так кушала. Уже чуть-чуть осталось, но не могу, хочу. А здесь еще у нас заварочный чайник. Снова там какой-то у нас чай обалденный. Димочка кушает. Да? Да. Да? Кушаешь? Козявка. Смотрите, какие красивые, поджаристые, вкуснятины. Ням-ням-ням. Люблю греночки. Жалко, жирные только они. Вот тут наш чай. Смотрите, и лимон там, и яблоко, и арбуз, хотела сказать. Арбузные корки, кстати, интересно посушить. Вкусно будет в чае. Чего только там нету. И лимон, и полно всего.